Работы по демонтажу сгоревших сараев начались в поселке Народный. После обращения жителей к мэру Владимиру Панову отжившие свой век постройки сносят, а территорию приводят в порядок. Наши сараи горели уже не один раз. Сначала те половинки, потом большой пожар был здесь. Вообще, конечно, сараи были нужны, потому что у нас квартиры маленькие, места нет. Но то, что вот сейчас творится, это, конечно, безобразие, это очень страшно. И бомжи собираются, и грязь сюда сносят. Ждали, чтобы убрали как можно быстрее. Там у нас у почты тоже есть сгоревший, тоже ждали, конечно, писали, просили, чтобы быстрее убрали. Потому что это и некрасиво, и там и бомжи находятся, я в прошлый раз видела. По словам главы администрации Сормовского района Дмитрия Сивохина, сараи в поселке Народный были построены вместе с домами народной стройки еще в 60-х годах прошлого века. Они не только портят вид, но и представляют реальную угрозу здоровью и безопасности жителей. Срок исполнения контракта 3 недели, до 20 октября. Дмитрий Сивохин уточнил, что в течение месяца подрядчик демонтирует еще порядка 50 объектов на территории района. Напомним, в Сормовском районе будет снесены 111 аварийных сараев. Проведена конкурсная процедура, отобран подрядчик. Срок исполнения сегодняшнего дня 3 недели, то есть до 20 октября. Опасений в том, что подрядчик не успеет выполнить работы, нет. То есть сараи будут снесены, территория будет засыпана песком, как, впрочем, и те ямы, которые жители выкопали в качестве погребов. Как сообщалось ранее, всего в 2019 году на снос незаконно установленных гаражей и сараев в Нижнем Новгороде выделено около 12 миллионов рублей.